Разрушение-то, то мы видим с вами, да, вот улицу нашу Ленина, да, тогда это был улица Барановская называлась, и вот этот храм, казачий храм, как его называли, Алексеич. И вот ближе, если мы увидим, да, его, так вот он выглядит. Вот казачий храм. И вот видишь, очень красивый, почти 10 лет строился на этой улице, и сейчас там находится штаб ВВО, и может быть возрождение храма сейчас, вот, потому что мы знаем, что в Христорождественском нашем храме находится весь алтарь и все необходимые, то есть те, которые были в том Алексеевском храме. Икона, да, Алексея, Человека Божия, и серебряный такой платье, который описывается многими историками в архивах.